Супруги Николай и Тамара Маньковы вместе 48 лет. За эти годы они воспитали дочь и двух внуков. Родом из Мурома, в Одинцовском районе пара живет уже более 20 лет. Подарок организаторов праздника – сертификат на романтический ужин – стал для них приятной неожиданностью. Секретом своего семейного счастья Тамара и Николай называют любовь. Любить, любить и любить. Смиряться и терпеть. Уступать, да. Терпеть, терпение, уважение друг к другу. Это вот самое главное. Вот уважать просто друг друга. Вот это, наверное, есть любовь. По статистике, в России распадается больше половины браков. Но молодые люди, как и много лет назад, встречаются, влюбляются и спешат узаконить свои отношения. Более 1000 браков зарегистрировано в Одинцовском районе за первое полугодие. Молодожены Алексей Трушин и Виктория Абибулаева решили заключить свой союз накануне Дня семьи, любви и верности. Пара познакомилась новогоднюю ночь. Больше Алексей и Виктория не расставались. Сложилось так, что мы очень друг к другу подходим. В итоге благополучно жили вместе и решили расписаться. Как супруг ухаживал? О, это постоянные сюрпризы, постоянно цветы и очень классные неожиданные подарки. Очень романтичный. В этом году развлекательная программа праздника длилась 3 дня. Гости могли приобрести изделия народных промыслов, сделать тематические памятные фото. Детские творческие коллективы и досуговые центры подготовили для собравшихся конкурсы, мастер-классы, танцевальные и вокальные выступления. Сегодня будут у нас кукольный театр, который сейчас проходит сзади меня. Вот, и сладкое настроение также, мастер-класс и роспись гипсовых фигур. Пока взрослые наслаждались концертом эстрадно-симфонического оркестра под руководством Андрея Балина, маленькие гости рисовали, осваивали гончарное мастерство и весело проводили время. Вот такую замечательную ромашку, символ праздника, смогли сделать все гости. Традиционные ценности, значимость воспитания ребенка в полной семье стали центральными темами праздника. Проект «Крепкая семья, крепкая Россия», реализуемый партией «Единая Россия», направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Наша цель сторонников «Единой России», чтобы улучшить институт семьи, чтобы ребенок, чтобы дети все росли у нас, каждый в своей семье, имели маму, имели папу. Как сохранить счастливую семью и сделать брак по-настоящему крепким? Этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый из нас. Расскажите, в чем секрет семейного счастья? Секрет любви. Всю жизнь надо любить друг друга. Семейное счастье секрета нет, просто это очевидно. Взаимопонимание и любовь, как бы уважение. Все, в общем-то, банально. Мне кажется, в детях. Чем больше детей, наверное, тем семья счастливее. А вы как думаете? Согласен. Согласны? Да. Сколько у вас деток? У нас 3. Еще хотим. Секрет семейного счастья в любви, взаимопонимании и в детях. А вы как думаете, в чем секрет? Я, наверное, соглашусь. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».